С наступлением теплых летних дней жители Ямальского района активно потянулись на берега водоемов и рек. Жара, которая перевалила за отметку в термометре в 25 градусов Цельсия, сподвигла эрсалинцев к открытию купального сезона. Явление это привычно для многих, но с учетом того, что в Ямальском районе нет ни одного официального места для купания, как и официально оборудованных пляжей. Поэтому купание не только запрещено, но и несет меры административного наказания. Официального пляжа нету. По-моему, на территории Малнинского автономного округа их всего два. Там очень жесткие требования. Это наличие спасательных команд, и сооружения должны быть какие-то спасательные предусмотрены. И по санитарным нормам у нас не пройдет он. Конечно, у нас купаться запрещено, даже когда жарко. Она, вода не так прогревается, непонятно, что на дне. Поэтому не то, что не рекомендуется, а купаться запрещено.